1% здоровья у Индоминуса Рекса. Давайте посмотрим с этого ракурса. Нет, давайте со стандартного. Привет, друзья, с вами как всегда Амиго, и мы продолжаем обозревать раскраски в игре Jurassic World Evolution у динозавров. В сегодняшнем выпуске мы будем обозревать раскраски у гибридов. Это Ankylodon, Stegoceratops, Indominus, Spinoraptor и Indoraptor. Я предлагаю начать с травоядных, и давайте начнем с Stegoceratops. Так, ну это горный, это я знаю, я его часто ввожу, мне он больше всех нравится. Такой чистый альбинос лесной. Ну, интересный. Не скажу, что он некрасивый, но он интересный. Кто следующий у нас? Следующий у нас тип джунглей. Это тип джунглей у нас. Классно считаю синего с желтым. Мне нравится. Следующий тип степи. Ну да, красненький, как у всех тип степей. И базовый. Я базового еще решил вывести просто сюда. Вот так выглядит базовый. Так, это все. Пошли, пойдемте к Ankylodon. Это базовый. Мы сразу на базовый попали, он обычный серенький. Следующий у нас горный. Ну, белый, да. Почти альбинос, почти. Тундровый. Да, зелененький, как обычно. Степей красный, да, бордовый такой, можно сказать. Тим бесплодных земель. Ну, он мне больше нравится, чем... Не, он мне больше нравится, чем горный. Тип побережья, да, синенький, как обычно. Так, пойдемте дальше к... кому посадить-то? Давайте к Индоминусу. Так, это у нас базовый, белый. Думаю, все его знают. Тип побережья. Опа, это не то, это другого... Ох, камера улетела, ладно. Тип дождевых лесов. Ну, у дождевых лесов всегда присутствует какой-то синий окрас. В данном случае это какой-то синий и фиолетовый. Саванный. Ну, как зебра. Как зеброчка. Мне очень нравится. Это песчаная раскраска такая классная. Тип побережья черный. Ух, красавец. И все, да? Все, все индоминусы. Теперь давайте к индорапторам. Ох, это мой самый любимый ясный тип. Такая классная раскраска. Фиолетовый, еще красный оттенок у него прям обладает сверху. Базовый, ну базовый, оранжевая полосочка, саванный, у этого, ну не желтая, какая-то бледно-желтая полоска. Так, тип бесплодных земель, ест козочку, это синенький, о, зелененький мне тоже нравится, классно. И остался последний, вот он, да, все, можем перейти на него, это желтенький, тип джунглей. Ну, вот это желтый, классно смотрится на нем. Итак, давайте придем к спинорапторам. Это стандартный базовый, да? Да. Следующий горный. Горный классный. Серый такой. Мне нравится. Тундровый. Не рычи. Зеленый. Ну, классная раскраска сделали на... Красную раскраску сделали для спинораптора. Кто следующий? Я бы не сказал, что это лесной, это какой-то тундра как раз. Вот это лесной, а вот это тундровый должен быть, я так думаю. Тип степей, оранжевый такой, необычно. Ну да, все, мы всех прошли. Нифига, все индоминусы забежали. Опа, там драка начнется. Я не знаю, за кем даже смотреть. Давайте там первую драку посмотрим. Опа, укусил. Есть. Еще один укус. Ну-ка,
Ветка. Сколько? 74. Ой, ну, ой, убили еще одного. Убили ангела Дока, да? Да. Так, здесь дерутся. Там дерутся Стегоцератопс. Опа, опа, а спинораптор-то ответку дает. Индераптор прибежал. Но я думаю, здесь выиграет спинораптор. Ух ты, этот-то. Стегоцератопс дает ответку. Индераптор, индоминус. Да, еще один. Кто там? Там все, да. Тут индоминус побеждает. Интересно, кто просто останется. О! Индераптор. О, сколько здесь? Так. Индоминус валит. Ух ты! Ух ты, ух ты! Здесь уже индорапторы прибежали, нифига себе. Ангел Доки в панике бегут. Так. Еще один. Еще одного спинораптора завалили. Какая баталия происходит. Я хочу посмотреть за Стегоцератопсом. Вот тут, вот тут. Беру за шею. И вырываю. И все, беспощадно. Индоминус. Опа, так. Уже четверо, кто там? Кто это? Так я вроде убирал его. Но там никого не осталось, они все сюда прибежали, да? Сейчас. Опа. Да, давайте, чтобы они не убегали, я закрою эту дверь. Чтобы они никуда не... И кто-то начал драку, кто начал? Опа. А, с этим? Не то. Ух ты, какой. Спинораптор. Кто еще драку начал? Спин... Ну, это эти же начали. Вот. Ух ты. Спинораптор-то. Неплохо. Как я думал. Я надеюсь, что будет индораптор. Очень надеюсь, что он будет. Нет, они разойдутся. Кто еще дерется? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. 22. Но они расходятся. Ой, индоминус опять завалил. Бедный Келодок. Опа, нет, все, они сейчас разойдутся. 22%, да? Да, не расходятся. Кто еще умер? А, еще один. Вот они беспощадные, а. Только так, вот этих анкелодоков. Маузера и Букова. Ага. Вижу битву. Все? Нет? 21. Нет, разойдутся. Там козочка валит. Это кто? А, вижу. 62. Уже меньше. 25. Ух, ух. Они тут все чисто, да, собрались? Нет, там еще, ладно. Кто же победит тут? Мне интересно. Не рычи. Кто же победит? Нет, он еще жив. Я индоратор. Индоратор, победи, пожалуйста. Да ладно. Что-то бегают, все кричат, рычат. Обалдеть, их тут. Посмотрите на это, сколько их здесь. Все рычат, бегают, кусаются. Ангелдоги в панике вообще. О май гад. Так, ну сейчас дерется Доминус 76% и Индораптор. Кто еще? Ух ты, там. Там драка. Да. Ну-ка. Нет, я могу с 14%. Я просто не могу понять, кто сейчас с кем дерется. Тут все так запутано, 40%. Здесь мало здоровья, там мало здоровья. Три боя сразу. 47, 15, 14.
О, все, по. Здесь побеждает Индораптор. Давайте посмотрим. Ух ты, как он нападает. Во-во-во. Я ни разу не наблюдал эту анимацию, так что. Опа, здесь побеждает Индоминус. Он убивает Индораптора стандартного. Все. Кто еще? Тут убили. Там убили. А, тут опять Индораптор побеждает. Но у Индорапторов сегодня не их день. Сколько трупов? Сколько трупов? Мамочки. 64. Ну я думаю, сейчас этот. Доминусы здесь просто всех порвут. Я такой чуть-чуть. Хотя раз, два, три, четыре, пять. Пять Индорапторов. И 5 Индоминусов, или 6. Ну, здесь уже. Ух ты! Минус еще один Индораптор. Зелененький, мой любимый. И он беспощадно убил. Кто еще? Есть там еще кто? Нет, здесь больше никого. А вот еще один. А, вот они, двое начали драку. Вот еще один помирает Индораптор. Ой, мой фиолетовый там дерется. О, костный, он меня убивает его. То есть, типа, побережье. Еще один, что ли? Нет, он жив еще. Блин, я так хотел, чтобы... О, осталось 2 анкилодока. Тут сигацератопс еще живы. Смотри, пока все... Идет довольно необычно. Ищет еду? Серьезно? Ты уверен, что тебе туда надо бежать, искать еду? Анкилодок один остался. 2 анкилодока остались. Ого, ничего себе. Даже для меня это удивление. Господи, сколько вас тут? Ну, индоминусы, пока никто не умер еще из индоминусов. Меня это очень удивляет. 100%. А, он ищет еду. Они что, домой побежали? Серьезно? Молодцы. Опа, битва. Заметил. Индораптор, у тебя сколько? Давай, Индораптор, убей его, пожалуйста. Хоть одного индомина. Вот так вот поставлю камеру, чтобы еще наблюдать за анкилодоками. Тигацератопс? Ух ты. А вот это... О, все. Минус Тигацератопс. Но у него очень крутая анимация убийства. Здесь кто? О, он ждет драку, серьезно? Какой самонадеянный. Самоуверенный. Смотрите, он стоит до сих пор. Прикольно. Опа, опа, я вижу жертву. Я переключаюсь на вот этого индоминуса. Да? А, ну другая жертва все равно, ладно. Все равно анкилодок. Смотрите, как он порвет. Что за ножку? Еще за ножку. За шею. И валит. Голос. Отлично. А там еще одного убивает. Нет. Нет. Убили. Че, кто еще подерется? Ну, блин, индоминус это бессмертный, я вижу. А, все, больше никого не осталось. Можно тут закрывать ворота. Можно тут закрывать ворота. Может, ну, смысл им бегать куда-то. Индораптор и индоминус. 57. 70. Ух ты, ух ты, ух ты. Давай, 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 Вася. Хотя бы одного. Хотя бы одного завалить сегодня. Так, там сигацератопс начали. Ну, пока не буду смотреть. Пока не хочу. Не хочется, чтобы Индораптор завалил одного Индоминуса. О, да ладно! Индоминус проиграл. Смотрите. Ох. Ох, как жестко. Кто еще проиграл? Есть! Минус 2 Индоминуса. Это же чудо. Еще один минус Индоминус. Красава! Белый против белого. Сразу прозвучало, но смотрите.
пал. Это жестко. Все. Я даже, понимаете, я хотел приехать и помочь, но я не успел никому помочь. То есть я только-только приехал. Ой-ой, вот этому помочь. Нет, все. Нет. 3-2. Блин. Я так хотел приехать помочь Индораптору, но я почему-то подумал, надо помочь Тигацератопсу. В итоге Индораптор за меня проиграл. Печально, печально. Не-не-не-не. Тащи Жиби, пожалуйста. 21, 45. Давайте чуть-чуть поможем Индораптору. Потому что я не хочу, чтобы Индоминус выиграл. Ну, не знаю, конечно, Индоминус мне нравится, но я просто хочу посмотреть на развитие этой баталии. Стой, куда ты? Где еще один? А где еще один? Раз, два. А, не, все. Уезжай. Нифига, он огромный. Все, уезжай. Не будь вмешиваться больше. Все. 2 на 3 осталось. То есть 2 индоминуса. У этого мало, 50. У этого побольше. 93, 100 и 74. Ух, не знаю, затащит ли. Кстати, какая у этого? Он двоих же убил. Нифига себе, 645. Это жесткий. Обалдеть, он убил двоих, у него уже 600. А сколько один индоминус, подожди? А, он, видимо, убил этих, которые дрались уже. Ну теперь понятно, почему у него такой большой рейтинг-то. Спать ложится. Ну чё вы, где битва? Эх, ладно, подождем. 1% здоровья у Индоминуса Рекса. Давайте посмотрим с этого ракурса. Нет, давайте со стандартного. И минус Индоминус. Я, кстати, его даже не лечил еще. Я только собирался поехать и полечить Стегоцератопсов, но... Как видите, они уже начали драку без меня. И 1300 рейтинг у этого Стегоцератопса. Я в шоке. Просто обычный, стандартный. Это жесть. Ладно, все, ребят, всем спасибо за просмотр. Думаю, на данный момент роликов по Jurassic World Evolution больше не будет, так как, ну, снимать нечего. Режим испытания, я когда его пройду полностью, я вам расскажу, как я проходил, какие раскраски там можно получить. И если вам интересно, я могу сделать ролик по тому, как пройти режим испытания юрской сложности в режиме испытания. Ладно, а сейчас хочу сказать всем спасибо за просмотр, для следующего ролика по Jurassic World Evolution, и всем удачи, и всем пока.